Всем привет! Вы на канале Ольга Ворончихина. Решила вам записать небольшое видео, коротенькое, об отчете за вчерашний день. И покажу то, что буду кушать сегодня. Итак, сегодня вторник, второй день. Смотрим, что у нас там. Так, 86,4. Вчера было 87,4, минус 1 килограмм. Сегодня второй день овощной. Я буду есть просто свежие овощи. Купила вот огурцов. Так, здесь 790 грамм. Перчик 202. Так, это уже 800 и 200 килограмм. И помидоры. Помидоры 646 грамм. Ну, одну помидорку не доем, чтобы было ровно 1,5 килограмма. И вот так в норму ложусь. Конечно, можно там тушеные овощи. Ну, что-то я так не очень хочу тушеных овощей. Или варить. Один раз я варила суп, знаете, из сельдерея. Такой для похудения. Но сегодня вот будут у меня свежие овощи просто. Чуть-чуть буду присаливать, чуть-чуть. И просто кушать. Вообще ощущения нормальные. Пью воду. Вчера выпила воды только 1,5 литра, правда. Не смогла, потому что неправильно сориентировала счетчик воды. Нужно было настроить почаще через час пить. А я поставила через 1,5 часа. И у меня не вышло в течение дня там выпить эту норму. Как бы сегодня перестрою. Раньше у меня было по-другому немножко, у меня там все выходило. А вчера я уже в 6 вечера уже не стала пить, а мне надо было там еще литр выпить, ну, 4 приема воды. Поэтому немножко только со счетчиком воды еще настроюсь. Ну, в общем, вот сегодня у меня овощной день, я на овощах буду. Вот такой вот вес, сами видели, да, я вам все буду каждый день подробно все равно выкладывать, чтобы все было по-честному. Люблю, чтобы было это все видно. А не то, что там. Сегодня я записала и больше ничего не показываю. Нет, я показала себе все по-честному, полный рост, как я выгляжу, чтобы потом было с чем сравнить. Ну, а пока дальше буду продолжать. Давайте всем пока-пока, до встречи.